Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick Battle. Ну что же, как всегда, я крутил рулетку очень много. И давай посмотрим, что мы с тобой получили. Так, мне выпал вот этот вот варвар. Как ты видишь, он первого уровня, зелененький. Так, и огр. А я могу его скрестить? А-а, не могу. Так, слушай, что же нам сделать? Там, может быть, вот этих, по-моему, мы можем объединить. Окей. Так, этих сюда. Лучники здесь будут. Пока все. Огр один. И викинг тоже у нас с тобой один. Поэтому нет смысла его ставить на поле боя. Ну что, мы с тобой тяжелый уровень 120 не прошли в тот раз, да? Из-за робота. Ну, теперь-то мы пройдем. А знаешь почему? Потому что рулеточка мне принесла вот такие вот бонусы. Динамита накрутил, заморозки и усиление. Так что погнали, сейчас буду их бомбить динамитом всех. Ать, прикинь. Ну теперь-то мы должны тут победить. Этот робот, естественно, начинает ракеты свои выпускает. Все равно ему крышка. Я больше уверен, сейчас мы... Все, прошли. Виктори. Так, 27 тысяч монет и сундучок. А здесь нам выпадает копейщик. Причем я могу его соединить. Так, здесь. А вот этого мы уже можем, видимо, на поле боя. Да, соединили. Опа. Смотри, что у нас получается. Ух ты. Копейщики стали просто крутыми. И у нас освободилось две ячейки. Слушай, ну это прикольно. Давай-ка я, наверное, из бараков заберу. Можно, в принципе, огра взять. Можно взять мечников. Даже не знаю. Мне кажется, лучше взять, наверное, вот этих вот ребятулек. Как они там хотя бы выглядят. А, он один всего лишь. Ладно, фиг с ним, пускай стоит один. И, наверное, я все-таки возьму огра. А как посмотреть, интересно, его характеристики? Просто хотелось бы сравнить силу, да, например. Силу атаки, сколько у него живучесть. И сравнить, например, вот с мечниками третьего уровня. Не знаю, ладно, поставим, короче, его сюда. Кто-то из подписчиков сказал: Рэй, ставь огров на первую линию. Потому что они типа жирные и очень много могут принять на себе урона. С одной стороны, он прав, а с другой стороны, их будут быстрее разносить. А мне как бы нужна мощь. Я, наверное, пока воздержусь. Пускай они стоят, где стоят. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Что у нас тут? Ёк-макарёк. Конники, все дела, да? Мои ассасины потихоньку начинают их бомбить сзади. Куда вы выбежали, дурачки, на передний фланг? Нафига вы это сделали? Вот объясни мне. Слушай, ну, по-моему... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри. Хотя, смотри-ка, сокращается у нас разрыв. Твою налево, блин. Нет, по-моему, мы проиграем. Хотя ничья идет пока в данный момент. Мы... Все, по-моему, выиграем все-таки мы. Да, ребята, опять же, лучнички наши здесь, по-моему, нас... Да, выручили. Последний маг тут остался. Ты смотри-ка, еще брыкается здесь. Ну, мы выиграли. И нам выпадает 40 тысяч монет. Кстати, у нас же денег дофигища, поэтому давай-ка мы с тобой, наверное... Угу, голдпак. Поехали. Ох ты! Ассасины, раритетка, 3 звезды. Так, у нас еще есть, да? Нифига себе, бомберы 3-звездочные. Слушай, ну это же круто. Сразу соединяем. Ассасины. Вот. Ух, командушка. Слушай, вот теперь не знаю. Мне вот кажется, надо брать бомберов. Вот этих, 4-го уровня. А если их брать, то вместо кого ставить? Твою налево, вместо кого вот их поставить? Может быть, вот так? Не. Мне кажется, что ассасины были бы лучше. Поэтому я, наверное, все-таки оставлю их. Бомберы подождут свои участи. Так, ну что, погнали с тобой дальше. Будем смотреть, кто у нас тут следующим. Ну, я смотрю, тут мечники, лучники. 34 юнита против моих 33. Я думаю, здесь мы должны выиграть. Плюс у нас ассасины. Слушай, нифига они там наяривают, посмотри. Просто вырезаем лучников.
Ха. Вообще круто. Бабах, давай, добиваем этих солдатиков. Все, сделали, как говорится, размазню из них. Отлично, так это я не буду делать. Ну что, у нас с тобой 123-я миссия. Скоро финансики подкатят. И хочу посмотреть, кто у нас дальше будет. Ох ты, смотри, у них огр-то уже лучше, чем у нас. Плюс варвары эти, викинги, тоже прокачаны. Ассасинов очень много. Так, мы, наверное, будем с тобой сейчас применять кое-что. Вот так вот я сделаю. Надеюсь, это мне как-то поможет. Ну, на тебе. Давай, 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 давай. Слушай, по-моему, мы здесь выиграем. Да, у нас офигенное преимущество. Но, опять же, я заюзал вот этот скилл, который дает нам усиление нашей армии. Молодцы, красавчики. Так, что у нас тут? Тяжелый уровень, пишут. Ну, понятное дело, перед финансами всегда тяжелый уровень начинается. Угу, два огра, плюс паладин. Немножко ассасинов. Но я думаю, что здесь, наверное, мы справимся. Наверное. Плюс у меня тут копейщики улучшенные, да? Ох, ёк-макарёк. Ты гляди, что там происходит. Так, хорошо, что мои огры очнулись вовремя. Давай, 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 наяриваем. Но у них еще жив паладин. Слушай, по-моему, мы проиграли, ребят. Да, тяжело это признавать, но мы сфейлились здесь. Фигушки там, я не отдам вам победу просто так. Поехали. Сейчас будем либо, наверное, замораживать я буду, скорее всего. Давай-ка я заморожу их. Стоять. Давай, 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 давай. Надеюсь, это хоть как-то нам поможет. И мне придется еще заморозку делать. Так, вроде бы пока все отлично получается, ребят. Хотя, нет, все, мы выиграем, должны выиграть. Или же нет. Если лучники мои. Придется вот так, ребята, делать. Активировать усиление. Иначе бы сфейлились. Давай, 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 огра этого накумарили. Ну что, у нас остается только лишь динамит и заморозка. Итак, 50 кристаллов нам выпадает. Кстати, по поводу кристаллов, у нас же уже сколько, 500 аж. Где мой дорогущий ящик? Ну-ка, рискну. Друзья мои, мне выпал легендарный голем. Ну-ка, покажите, пожалуйста, мне его. Вот он. Слушай, а это не тот же самый, который у нас был? Это же он и есть. Точно? Вау. Слушай, мы его прокачали до второго уровня. У него, видишь, на голове появился росточек. Слушай, ну это же круто. Так, мы можем с тобой, интересно, купить? 111 тысяч нужно. А сколько? Так, нам не хватает еще 13 юнитов, чтобы получить фиолетовую, короче, карточку персонажа, одним словом. Так, ну что ж, давай посмотрим, как у нас тут пойдут дела. Фига, у него уже войны, ты посмотри, какие. С щитами, с топорами. А где мой этот? Я не вижу, а, вон он. Так, у нас мелкий-мелкий, давай-давай-давай, бомби. Ну, с паладином-то справимся, всей толпой, естественно, мы его раздавили. Четенько, так, приумножим. Итого мы получаем 56 тысяч. Ну, ох ты, друзья мои. Имп, вот как его правильно звать. Имп, а не демон. Я думал, что... Ну, здесь, видишь, показывают, что он в магазине находится. Где он в магазине, объясни мне. Кто-то, кстати, мне посоветовал: Рэй, возьми вот этого робота за 250 кристаллов. В принципе, наверное, мы с тобой так и сделаем в следующий раз, если накопим те самые кристаллы. Пока у нас 50 только, лишь нужно еще 200. А вот сундучок мы можем с тобой приобрести. И нам выпадает трехзвездочный лучник. Ну что, ребята, я думаю, надо двигаться дальше. Погнали. Что у нас тут? Опять та же, в принципе, самая армия. Но тут уже их 32 было.
ассасины молодцы. Смотри, что наяривают. Вау. Мы тут их разносим, кстати, я тебе скажу. Счет 16-4. Все, короче, крышка. Блин, как же я хочу себе еще одного здорового огра прокачанного, чтобы давать им звездюлей по полной программе. Ну что, поехали дальше. 127 уровень. Я думаю, мы здесь тоже справимся. Вот сюда вот, кстати, можно взять, динамит кинуть, и все, им крышка сразу же. Так, погоди, что-то мне не нравится вот этот расклад дел. Сравнялись. Все, выигрываем. Ничего себе, они тут завалили моего огра. Так, им правильно. Бумс. Это все голем сделал. Вызвал камушек. Так, 179 рублей. Нет, спасибо большое за предложение. Я как-нибудь перебьюсь. Двигаемся с тобой далее. Смотрим. Да ладно, вы серьезно, что ли? Уже два робота. Так, ну, для начала просто хотя бы посмотрим, как это все будет выглядеть. Сможем ли мы здесь хотя бы... Ёк-макарёк. А с этими мы не справились. Ассасины меня здесь подвели. А если я вот так вот сделаю? Тогда все очень даже неплохо, ребят. Я надеюсь, мы этого сейчас чувачка завалим с тобой. Есть. Можно было бы даже, наверное, динамит и не бросать, мне кажется. Мы бы и так смогли выиграть. Так, нам достается 21,5 тысяч монет. Этого маловато. Сколько у нас сундук стоит? Уже 114 тысяч. 129 уровень. Ну что, приготовились? Смотрим, кто у нас тут. Конники. Конники сзади. Так, тут у него есть ассасины. В принципе, должны справиться. Да, должны. Твою налево. Ну уничтожьте вы в конце концов этих ассасинов-то, а? Нормуль. Бамс. Да, победа здесь за нами. Причем с офигенным преимуществом. Окей. Ну что, уровень невозможный написано. 130-й. Я сейчас хочу глянуть, что у нас тут за... И что тут невозможно? Нет, ну, конечно, армия офигенная. 41! Здесь, наверное, нам все-таки понадобится динамит. Давай использовать его. Ух! Баба! Тогда я думаю, что мы сейчас победим. Да-да-да. Ассасинов наших немножко тут, конечно, вырезали. Но они тоже немало поубивали врагов. Да, победа здесь за нами, ребят. Динамит нам, как говорится, очень хорошо помог. 29 тысяч монет. А что у нас в сундучке? Двухзвездочный копейщик. Ну что же, у нас 131 миссия. Поехали. У меня до сих пор, ребят, в голове не укладывается по поводу 1500 уровней. Нет, варвар фигня. Ты заметил, его очень быстро вырубает. Поэтому, я думаю, наверное, мы будем его менять. Менять только вот на кого? Да хотя бы на тех же самых бомбардиров, да? Слушай, какие-то конники-то здесь. Ага, все. Завалили мы их. Так, дай-ка я, наверное, все-таки... Блин, сундучок. 43 тысячи монет. Итого 106... Ага, 177. Тогда хватает. Трехзвездочный, опять же, мечник. Так, ну что, здесь они могут... Вот так. А тут... И в кого же они превратились? Ага, вот еще можно. Подожди секунду. Типа усиленные, да, стали? Так, я хотел убрать вот этого чудика и вместо него поставить, наверное, вот так. И возьму, наверное, вот так еще сделаю. Пускай лучше будут у нас с тобой лучники. Ох, вот так будет, наверное, круче. Да. Пока пойдет на первое время. Ну что, погнали. Что у нас? Тьф.
Твою налево, блин. Я офигеть, жестко. Ну-ка, динамит. Круто. Пока лидируем, друзья, пока лидируем. Слушай, ну этот робот действительно крутой. Благодаря тому, что он выпускает вот эти вот ракеты свои, да? И плюс у него еще дрель. Типа как бы клешня-дрель. Он ей очень хорошо дамажит. Я думаю, что стоит смысл покупать его за 250 кристаллов. Но пока у меня нету возможности. Как только будет, сразу, наверное, его приобретем. Ну что, двигаемся дальше. Опять он, да что ты будешь делать-то, а? У меня уже все, ребят, динамита больше нету. Есть только заморозка. Сейчас посмотрим, как тут пойдут дела у нас. Пока мы вроде проиграем, пора делать вот такую штуку. Угу. Ну, слушай, стоило только один раз заморозить, уже офигенное преимущество мы с тобой взяли. Да, этих мы с тобой расстреливаем, все. А что же я буду делать, когда у меня закончатся все мои заклинахи? Нифига себе. Я представляю, сколько? Так, он содержит одну легендарную карту. Но ценник 10 баксов, это 700 рублей? Нет, спасибо большое. Не хочу. Точнее, хочу, но не буду я покупать. 33 против 33. Давай смотреть. Блин, как же я хочу своих ассасинов еще сделать круче. Чтобы они просто бомбили их всех тут. А импы на самом деле ватники. Очень быстро разбираются. Единственное, чем они берут, это своим количеством. Количеством и то, что им не надо, как говорится, в ближний бой вступать. Они какими-то там, я не знаю, сферами стреляются. Но все равно мы их порвали здесь. Так, друзья мои, сейчас мы получим кристаллы. Hard level. Погнали. Опа, у них уже появились валькирии. А что это за бойцы такие, валькирии? Нифига себе. Круговая атака. Ну-ка нафиг. Заморозим их. Короче, валькирии могут атаковать всех вокруг себя. И это, кстати, очень круто. Жалко, у меня таких нет бойцов. Офигеть, один взмах и одни трупы. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Хорош баловать. Все. Ну, без заморозки мы бы здесь сфейлились. Это я тебе точно говорю. Ну что, смотри, у нас 30 тысяч плюс 50 гемов. Это уже хорошо, кстати. Итого соточка, да? Сколько сундук стоит? 120. Нам еще 8 тысяч, мы с тобой откроем. Ну, а пока продолжаем биться. Биться до последнего. До последней, как говорится, заморозки у нас будут. Ну, у них преимущество здесь, их больше. 36. И валькирия, блин. Ёк-макарёк, что там происходит? Фига мы фейлимся? Нет, так дело не пойдет, ребят. Так дело не пойдет. Что-то они какие-то жесткие. Эй-эй-эй-эй-эй, неужели проиграем? По-моему, мы сейчас сдуемся здесь. Хотя, подожди. Нет, все-таки выиграли. Каждый уровень все сложнее и сложнее. И 22 тысячи. Так, а нам хватает. Открываем. Трехзвездочный ассасин. Погоди-ка. Ага. Они у нас уже были, мы их прокачали, да? Ну что же, жаль, жаль. 137-я миссия. Поехали. Дойдем мы сегодня до сундучка, интересно, или нет? Фига у вас тут отряд. О-оу. Что будем делать? Попробуем, попробуем сейчас. Фига они там вырезают, ты посмотри. С офигенной просто скоростью. Да. Мне это совсем не нравится все. Смотри, что творят. Очень крутые чувачки, очень крутые. Но мы все-таки круче. Но на этот раз я тебе скажу следующее, что заморозка у меня закончилась. Вообще все закончилось. Ничего не осталось, а сундучок хочется получить. И 140 уровень хочется, ребята, побороть. Ну, поехали.
Так, я смотрю, у него маги здесь ватные, не прокачанные, поэтому мы с ними должны быстренько разобраться. Давай, 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 ассасинчики мои родные. Как меня этот паладин раздражает, а? Ты посмотри, какой он мощный. Ну, маги, маги постарались его уложить. Победа. И выпадает нам здесь 23 тысячи монет. Ну что, у нас с тобой 139 уровень. Мне кажется, сейчас будет полная задница. Но практически я прав. Конник плюс вот эти вот. Ладно, посмотрим сейчас, что у нас получится из этого всего. Ассасины. Давайте, давайте этих магов. Да, должны выиграть, конечно, конечно. Смотри, какое преимущество у нас. Все, раздавили мы их. Ну а сейчас, по идее, должен быть, да, как всегда, уровень невозможный. И... ну тут трындец. Валькирии 2, робот, паладин, конники. Мне кажется, сейчас распластают меня здесь только в путь. Плюс офигенная армия лучников, ты посмотри. Хотя ассасины там ее немножко сокращают. Давай, 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 давай. Может, получится все-таки выиграть, а, ребят? Нет, не получится нифига. У них остались самые очень мощные единицы. Это валькирия, это вот этот робот. Ну, естественно, паладин. Ай-яй-яй, на самом интересном, как говорится, месте. Я думаю, что это опять же нужно идти, крутить рулетку, набивать там с тобой скиллы. И после этого возвращаться и давать отпор. Слушай, а вот здесь вот что у нас будет, если мы, например, подеремся? Что вообще нам дает этот рейтинг боевой? Кто-нибудь мне объяснит? Может быть, какие-то награды будут? Я вот, например, не знаю. Видишь, мы с тобой получаем кубки, ну и деньги, это понятное дело. Кубки можно, я так понимаю, приумножить. И 23 тысячи монет мы получаем. Так, давай еще, наверное, сыграем здесь. Тут какой-то квест. Что такое квест? А, если мы с тобой сделаем 5 побед, мы получим деньги. Так, ну давай попробуем. Следующая битва через 6 секунд. Ну, подождем. Ого. Это вот против нас, давай проверим, что это за пираты такие там, фиолетовые. То есть это раритетная какая-то. Ёк, макарёк, хоть их меньше, чуть-чуть. Но мне почему-то кажется, что у нас тут сейчас... Огненный маг, серьезно? Вы сейчас серьезно это все? Ну-ка, может быть, ассасины его убьют? Да, он ватный оказался. Но он поджигает территорию, ты видел? Этот огненный маг. Так, сейчас посмотрим. Я тебя умоляю. Я-то думал, у них этот пират будет мощным, а оказался каким-то ватником. Так, ну что, мы получаем 30 тысяч плюс 30 кубков. Ну, деньги тут хорошо, конечно, у нас растут. Ну-ка. Ха-ха. А вот, друзья мои, и имп. Кстати, и карточку получаем. А, сундук. Да ладно, ты серьезно, что ли? Мы получили с тобой робота. Да-да, того самого. Первый уровень, куда бы тебя поставить-то, а? Блин, я даже не знаю. Давай сюда. Вот так вот он будет у нас стоять. Хм. А если действительно попробовать, ребята, вот так вот сделать, как нам говорили, и попробовать вот этот уровень. Ну-ка еще разок, рискнем. Да, я понимаю, конечно, паладины, все дела, но вдруг. Не, не получается, да? Хотя, погоди. Блин, тут... Ай. Как бы все хорошо, но паладин. Какой живучий же этот паладин у них, а? И валькирия.
У нее что не удар, то труп. Да, к сожалению, не получилось. Печалька, но шанс был выиграть. Ладно, давай мы сейчас высходим на арену, посмотрим. Посмотрим. Так, нужно еще три битвы выиграть, что ли? Ну, хорошо. Здесь... Так, по-моему, так... А, нет, не такая. Тут у них робот есть. Но у нас тоже есть. Сейчас посмотрим, кто кого. Давай, ребятушки. Да, здесь, конечно же, выиграем мы. Отлично. Бомбанули их. Я думаю, что не стоит нам увеличивать кубки. Смысл какой, да? Абсолютно никакого смысла нету. Единственное, что ждать время приходится. Ну, 25 против 32. Амир. У него тоже, смотри, есть ангелочек. Да, недолго ангелочек здесь просуществовал. Мы его быстренько уничтожили. И победа здесь за нами. Круто. Что выпадет? 23 тысячи монет. Сколько там еще нам нужно сделать? Ага, еще одну победу. Хотелось бы посмотреть, сколько нам денег за это все дадут. Ох, ё-моё. Ну, я думаю, что должны здесь справиться. Третьего уровня валькирии, или как их там звать-то? Феи, не феи. Сейчас посмотрим, мои ассасины справятся с ними? Так, мы минусанули робота. Теперь надо вот этого вот огра распетрушить. Молодцы, красавчики. Слушай, преимущество здесь за нами. Да, 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 вообще на изи с ними тут. Так, а этот, он пьет какой-то пойло, и я не знаю, что происходит у этого пирата. Мы просто не успели посмотреть, так как его быстренько замочили. Так, вот, что-то можно взять. И это деньги, да? 46 тысяч, слушай, ну неплохо. Потом получается у нас двухзвездочный персонаж, потом опять же деньги, а вот это уже... А, бустеры. То есть два бустера. Ну, бустеры, ты понял, да? Что такое? Я их называл скиллами, а это на самом деле бустеры. Ух, 100 гемов. А когда мы их можем получить, эти 100 гемов? Прикинь, 5000 за первое место. 5000 гемов. Да, видимо, сезон проходит когда-то. Через какое-то определенное количество времени. Сколько вот только, я не знаю, тут ждать нужно. А, вот. Через 9 дней, 15 часов закончится сезон. А как видишь, он в данный момент 15-й идет. Вот, теперь мы потихонечку начинаем разбираться. Ну что, давай, наверное, еще накопим с тобой 123 тысячи. Естественно, здесь же. И откроем еще один сундучок. И, наверное, будем закругляться. Потому что... Тьфу, ватники. Потому что, ребята, у нас в любом случае нету бустеров. А без них нам не пройти этот уровень. Что бы я ни делал. Смотри, смотри, смотри. Ассасин бежит за бомберами. Так, минус робот. Ну, давай, давай. Минус огр. Сейчас мы этих повырезаем здесь всех. Магов кислых щей. Тюф-тюф. Все, лучники здесь, конечно, разрулили. Ох ты, 50 кристаллов. Слушай, шикарно. Сколько нам нужно там в магазине? 250, насколько я помню, да? Чтобы купить еще одного робота. Да, и соединить их вместе. Вот это будет великолепно. А VIP на месяц, ребята, на месяц стоит 1800. Прикинь? Ну, зато тебе там гемов дают кучу. А, что-то я не знаю. А, никакой рекламы не надо. Бонус вечно будет умножаться на 4. Рассчитывается на битвы. Не надо ждать период между что-то днями, переходами. Короче, ты там просто в куражах, понимаешь? Просто как этот. Все привилегии тебе сразу же. А что такое Battle Pass?
открывает специальные награды. Так, 30 каких-то боев можно сыграть в день. Так, и при поиске следующего противника тебе не нужно смотреть рекламу. Вот так вот. Он тоже имеет свойство заканчиваться через сколько там, через 9 дней, да? Он закончится, поэтому нет смысла его покупать сейчас. Ты его купишь, и он через 9 дней, через неделю, грубо говоря, сдуется. Так, ну что, поехали. Сколько? Что-то нам денег не дали. А я хотел, чтобы у нас были финансы, и мы с тобой открыли сундучок и посмотрели, что нам там выпадет. Но здесь, я думаю, победим. Что-то мои ассасины как-то здесь... О-о-о-о, а почему такой... Почему такой перевес-то? Уж больно крутой стал, ты видел? Все-таки лучники издалека — это, конечно, имба. Вот они стоят и бомбят. Поэтому, когда вот здесь много лучников, что убрать мою сторону, что вражескую, тут, в принципе, как бы и рулит. Ну что, накопили или нет? Нет, не накопили. Еще нужно подраться. Хорошо. Вот этого вот не надо, ребята, по-моему, ждать. Так, 3-го уровня робот. Ну, хотя бы глянем, как он выглядит. Их там, наверное, 2 штуки. То есть, 3-звездочный робот — это означает, что их будет 2, да, или как? Хотя нет, вот, смотри, этот прокачанный, а этот нет. Поэтому этот сдулся быстрее. А этот уже усиленный. Видишь, он в шлеме сидит, деловой, блин. Ну, блин, робот мой погиб. Мы тоже их наказали. Но здесь выиграем. Тих, лучник готов. Отлично. Теперь нам хватает. Ну что, берем. И этот 3-звездочный, как говорится, мечник. Так, сколько там нужно еще? Еще 2 победы. Ладно, друзья мои, давайте мы с вами тогда на этой ноте закончим. Обязательно продолжим, но уже в следующий раз. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.